Яна выкатывается из ворот, устанавливает шайбу, дабы помочь своей защите не дать перехват еще. Прекрасно! Дулишня! Просто здорово сейчас. Увидите Вячеслава Долишню. Валерий Бухарев. Долишня поехал советоваться с Андреем Зуевым. Очень интересный момент. Арбитр дал свисток. И мы видим, как Андрей Долишня приближается. Бросок! Да, по-видимому, совет Андрея Зуева помог. И счет матча открыт. Болельщики ликуют. Просто здорово сыграли все хоккеисты. И уже Долишня выручил вратарь. Да, втроем сейчас наши хоккеисты атаковали. Галямов. Там Алексей Тертышный подобрал шайбу. Надо, конечно, расположиться. Будет бросать? Нет, переход дал. 2-0. Прекрасно подключился сейчас Владимир Гапонов. И счет стал 2-0. Вы слышите, как радуются челябинские болельщики, ликуют. Итак, вы помните, что я вам говорил про этот состав, что это, когда выходит на лед пятерка Галямова, то очень...